Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Сіданом. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 8 березня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про те, що Франція може ввести війська в Україну, якщо фронт рухатиметься у бік Києва чи Одеси. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на секретаря французької комуністичної партії. Мовляв, про це Макрон сказав на зустрічах із лідерами партії. Французька опозиція тим часом одразу розкритикувала всі ці заяви і сказала, що все це є безвідповідально. А міністр оборони Франції каже, що Макрон говорив про війська Франції в Україні не для фронту, а для присутності. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що таким чином Макрон поставив ультиматум Путіну? Та ні, це просто він з теми успів уйти. Це значить, ніколи ми не побачимо французьких військ. Якщо російські війська почнуть двигатися в Одесу або в Київ, это просто нереально. Из области фантастики, потому Макрон так и сказал. То же самое, если русские войска начнут двигаться в Австралию, примерно та же картина. То есть не видать нам французских войск, насколько я это понимаю, если такая завязка, по крайней мере. А реально, допустим, те части, и вернее подразделения французской армии, которые выполняют задачи сопровождения грузов, может быть, некоторые моменты связаны с обучением, инструкторская работа на нашей территории. Однозначно мы это увидим, но это сопровождение, это не выполнение боевых задач на линии фронта, а именно сопровождение. Но самое интересное, именно это нам сейчас и нужно. Очень важно заменить наши войска, которые в тылу занимаются вопросами поставки, обслуживания, сопровождения тех боевых инструментов, которые нам передают наши партнеры. Оптимально это именно в таком режиме. То есть выполнять боевые задачи на линии фронта будут наши войска, наши профессиональные военнослужащие. А вот помогать им в тылу оптимальный вариант, конечно, нашим партнерам. То есть, с одной стороны, они не будут участвовать непосредственно в боевом контакте с российскими войсками, а с другой стороны, помогут нам разгрузить как минимум где-то больше 100 тысяч войск, которые 100 тысяч военнослужащих, которые сейчас в тылу выполняют довольно-таки серьезную задачу обеспечения фронтальных действий, но в тылу. А вот этих 100 тысяч сейчас в принципе-то и не хватает для определенного режима ротации, за который сейчас уже можно запустить. Мы уже слышали о указе президента о демобилизации срочной службы, то есть ребята будут уходить, это очень правильно, очень грамотно, давно надо было это сделать, срочников надо было отпустить с линии фронта. С службы, они на линию фронта не выходили, со службы отпустить, те, которые вы изъявят желание вступить в профессиональную армию, подпишут контракты, они вернутся на службу, будут выполнять задачи вдоль линии боевого соприкосновения. Следующее за срочниками должен быть указ или закон, или указ о демобилизации. То есть тех людей, которые были мобилизованы, собраны с улиц против своего желания и так далее и тому подобное, их также надо отпустить из армии, из вооруженных сил Украины, а вот те, которые захотят вернуться в армию, захотят, те, которые поняли, что для них служение Родине и в составе вооруженных сил Украины – это их призвание, их вернуть обратно, то только под контракты, и это будет созданием вооруженных сил Украины, профессиональных вооруженных сил Украины. Здесь это только первый этап, кстати, этих этапах нам бы очень сильно помогли наши партнеры, если бы они подстраховали нас в тылу разными механизмами, разными уровнями участия, но тем не менее это бы нам очень сильно помогло создать профессиональную армию, которая бы выполняла боевые задачи с большим КПД, чем та армия, которая есть сейчас, основанная на мобилизантах, на мобилизованных и срочниках.
Ще в мене одне уточнення по цій темі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни, ну, власне, за тренувальні місії, так, в Україні, аби були тренувальні місії, Романа Григоровича. Тобто мова йде про те, щоб приїздили знову ж таки інструктори і навчали, а ми не їздили в інші країни на навчання. Да, так и есть. У нас это уже было с 2014 года, я как-то рассказывал, и с канадцами, и с балтийскими военными, поляками, то есть встречались, пересекались, они выполняли задачи как раз инструкторские здесь, обучали на наших полигонах достаточное количество военнослужащих. Смысл ездить куда-то, если можно это все делать на нашей территории, но это же военнослужащие стран НАТО, то есть это инструктора, профессионалы, инструктора, которые служат в данный момент в линейных частях вооруженных сил стран НАТО, и, естественно, они в командировке могли бы выполнять эти задачи на нашей территории. Но эти моменты решаются, то есть это просто, я не знаю, зачем, для чего это в информационный поток, допустим, выкладывать. Это и так решается уже 10 лет, то есть инструктора у нас есть, и прекрасно это понимают. Ну, может быть, хотят как-то засветить, то есть поддержать украинский народ. Спасибо, конечно, за это однозначно. Это поддерживает, то есть это подставляет плечо в информационном потоке в том числе, подставляет плечо нашей нации, которая понимает те задачи, которые нам еще впереди предстоит выполнить. Естественно, понимает о том, что нас никто не бросает, нас, наоборот, поддерживают и даже меняют риторику в таком ключе, то есть в ключе поддержки. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом. Про це повідомили в офісі президента. Можливо, і в ці секунди, так і хвилини, коли ми пишемо з вами це інтерв'ю, власне, відбувається ця зустріч. Але те, що відомо вже, лідери обговорять формулу миру, організацію саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених та політичних в'язнів, які утримуються в Російській Федерації. І окрема увага – це спільні проекти в оборонно-промисловій сфері. Зустріч президентів відбувається після того, як міністр закордонних справ Туреччини говорив про необхідність якнайшвидших перемовин, а також Реджеп Таїп Ердоган говорив про те, що Анкара готова стати ось цим майданчиком. Роман Григорович, чим нам може бути знову ж таки от корисний Ердоган, враховуючи іще й ту інформацію, що Путін не поїхав так до Ердогана у лютому, мала б відбутися у них зустріч, але її скасували. І про що можуть говорити наш президент і Ердоган за зачиненими дверима? Ну, несколько посылов, по крайней мере, те, которые нам точно надо, то есть обмен пленными однозначно нужен, если поможет, кто угодно, если поможет, нам это уже плюс, кто бы то ни был, неважно, при обмене пленными, обмен пленными сейчас застопорился, то есть его надо дальше толкать, продолжать и выполнять эту задачу, ребята наши давно уже в плену. Надо вытаскивать разными механизмами. Главное, чтобы только стопора не было никакого, чтобы обмен пленными не прикрывал какие-то другие политические, экономические, геополитические какие-то задачи. Иначе это хуже будет для ребят, будут сидеть еще дольше. Так как это тогда является таким механизмом по выкручиванию рук у партнера называется. Потому здесь очень опасно. Тогда, когда обмен пленными вплетается в какие-то дипломатические, экономические, политические механизмы. Лучше бы этим занималась разведка, у них быстрее, шустрее получается. А вот вопросы сотрудничества, военного сотрудничества, однозначно для нас тоже это вопрос положительный. Но оно и так едет, в принципе. Те проекты, которые запущены с турками, они работают, выполняются задачи по строительству завода и по производству беспилотников. Вот последний из названных – это Кизилельма, проект МИУ с нашим двигателем АИ-25 ТЛТ. То есть это все едет и так, потому смысла, наверное, не было именно по этому вопросу двигаться. А вот политический момент, геополитический момент, вот здесь проблема, большая проблема. Почему? Потому что у нас уже есть опыт Стамбула-1, когда на площадке стамбульской, турецкой площадке при проталкивании темы переговоров, типа переговоров, тогда израильская, эти два толкача были такие, великие израильтяне,
великие, конечно, в кавычках, Абрамович и Беннет, которые склоняли нашу делегацию и, по крайней мере, создавали площадку по сдаче нашей территории. Сдаче конкретно, потому что это была та же картина, как и Минск-1, Минск-2. Порошенко с Меркель сдали Донбасс по Минску-1 и по Минску-2. Создали предпосылки к тому, чтобы 1,5 миллиона дончан стали на 10 лет, как минимум на 10 лет, бездомными, бомжами практически. 1,5 миллиона проклинает эти две фамилии, Меркель и Порошенко. Или Порошенко и Меркель, неважно. Причем проклинает с утра до вечера, вообще непонятно, как они ходят. Они после таких проклятий уже давным-давно должны гнить в палатах. Вот та же самая картина была подготовлена к 27 марта 2022 года. Такая же самая Минск-3, как угодно, Стамбул-1. Эта площадка уже была запущена. Там как минимум 4 участника делегации подписали, ну, подписи это, скорее всего, одного стояли, ну, Путин, по крайней мере, это подтверждал, а, по-моему, Арахамия на каком-то из таких серьезных каналов это тоже подтвердил. То есть они согласились отдать Крым на 15 лет России там под какие-то дипломатические, и, естественно, Донбасс под какие-то переговорные гарантии между... То есть подтвердили передачу Крыма и Донбасса. И эти 4 человека тогда, это Арахамия старшой был, Подоляк там рядом подподолячивал, Умеров, 2 министра обороны, Резникова, Умеров, вот такие 4 джигита сдали, уже конкретно сдали Крым и Донбасс. Это еще как минимум на несколько, на 15 лет практически они готовили еще участь, нескольким миллионам украинцев готовили участь быть бомжами, размазанными по всему миру, еще и виноватыми в какой-то части хотели сделать. Это уже было, и почему эти еще 4 джигита до сих пор ходят, а еще и занимают серьезные посты. Все 4, ну, и Резника уже яйца свои покрасил, куда-то убежал с золотыми. Умеров сейчас докрашивает, я так понимаю, тоже специалист по этому вопросу. Вопросы к нему по поводу снарядов под Авдеевку, от того и ушли. Подоляк вместе с Арахамией также стоят на своих постах. То есть это уже было, уже это все сдавали. Если это сейчас поехал президент под Стамбул-2 или Минск-4, как угодно это понимать, так это большая проблема для нас, очень большая проблема. Почему? Потому что может плохо закончиться. Если сейчас, не дай бог, остановятся боевые действия, россияне перезарядятся, им полгода надо для того, чтобы перезарядиться и двинуться дальше. Мы это уже проходили. Это эти не проходили, эти товарищи, которые сейчас руководят. Они тогда в 2014 году под стол пешком ходили, скорее всего, или где-то арахамили себе на каких-то других направлениях. А это было в 2014, Минск-1, мы тысячи человек потеряли. По Минску-2 десятки тысяч потеряли. После Минска-3, Стамбул-1, вот в этом мы потеряли сотни тысяч жизней украинцев. Если, не дай бог, будет Минск-4 или Стамбул-2, так мы потеряем миллионы человек. Россиянам нельзя давать передохнуть. Как только мы дадим им хотя бы несколько месяцев передышки, поверьте, у них экономика сейчас запущена, военная, в отличие от нашей. У них военная экономика запущена, они за полгода без боевых действий они восстановятся, и тогда мы получим 1,5-миллионную российскую армию, с ней мы уже ничего не сделаем. А Макрон будет рассказывать сказку о том, что ну, мы не то имели в виду, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому очень опасная поездка, посмотрим, с какими результатами вернется верховный главнокомандующий, и тогда можно будет уже реально говорить. Хотя я ему несколько раз уже предлагал, как выйти из-под давления того, которое сейчас создано на военно-политическое руководство Украины, давление путинское, давление китайское, давление стамбульское. Это понятно, это такая святая троица, которая давит сейчас на нас. Почему давит? Китай, понятно почему. У Китая пустые порты. После того, как начали вводить санкции, а санкции мы тоже вводим, в том числе по нашей просьбе, вводят наши партнеры вплоть до Соединенных Штатов,
Китайские порты сейчас стоят, у китайцев большой провал по экономическим механизмам. Им важно остановить боевые действия под разными соусами для того, чтобы снять санкции с России и с Китая в том числе, как вторичные санкции. У них проблема с экономикой. С Китаем, понятно, примерно та же картина и у турок. То есть турки тоже заинтересованы в такого же рода действиях, как и китайцы, потому будут однозначно давить. Слава богу, отвалились товарищи израильтяне, куда-то попропадали. Абрамович куда-то пропал, Беннет куда-то пропал. Но израильтяне же обязательно вылезут из какой-нибудь щели, обязательно свой гешефт где-то постараются поиметь, потому как только там будет видно какая-то израильский фейс, гнать надо в три шеи, потому что будет то же самое, как и было в Стамбуле в 22-м году. Очередной Абрамович, вернее, уже не знаю, как их называть, то есть очередной Беннет, неважно, то есть появится и опять начнется хождение по кругу. Ну, посмотрим. Сейчас народ намного проще на это реагирует. Очень много у людей оружия на руках. Я думаю, не позволят никому сейчас сдаться. А так как, ну, как предлагалось уже неоднократно, чтобы выйти из-под определенного давления, надо просто предлагать не 10 пунктов в формуле мира. Это что-то проблема. Это проблема артистов. Давайте райдер выложим, потому что там же надо обязательно от хорошей ванны до красивых девочек. Не райдер в 10 пунктов, а надо выкладывать один пункт. Выход российских войск с территории Украины до границ 91-го года. А вот после этого любые дальше переговоры по репарациям и контрибуциям. Вот это тоже не отказ от мирных переговоров, но тем не менее жесткое требование согласно международных норм, которые прописаны в уставе Организации Объединенных Наций. Роман Григорович, ви дали вичерпну відповідь, але в мене одне уточнення. От щодо Китаю, відомо, що спецпредставник був у Києві, зустрічався із головою Офісу Президента, нашим міністром закордонних справ, міністром економіки. І Китай сказав, що переговори були відвертими та дружніми. От як це розуміти, відверті та дружні? А как его вообще, непонятно, вот принимает его офис президента, этого китайского посла. Китай и изначально стоял у истоков решения напасть на Украину. То есть это понятно, после поездки Путина к Си Цзиньпиню началось широкомасштабное наступательное действие в Украину в 22-м году. Это ж все ясно. Китайское оружие, китайские беспилотники, китайская поддержка России напрямую дает возможность россиянам вести боевые действия. Мы это видим и через Иран, и через Северную Корею. Китай везде сует свои товары. Через Казахстан идут составы по 50-60 вагонов с вооружением, оборудованием, военной амуницией китайской в том числе. Гоняют на китайских боевых машинах вся Росгвардия российская и в том числе в Украине. То есть Китай непосредственно участвует в боевых действиях против Украины. Зачем их вообще принимать? Ну смысл? Вот зачем офис президента ведет какие-то отношения с китайцами как таковыми? Его посылать надо в смысле не офис, в смысле китайского посла, по курсу русского корабля, как любого из этих четырех глав оси зла: Китай, Северная Корея, Иран и Россия. Это четыре страны, которые против нас воюют. Зачем вы его принимаете в Киеве? Зачем вы запускаете это орудие дознания, разведки, проталкивания? Просто не принимать. Персона нон грата и забыли за эти четыре страны. Пока они не развалятся, это четыре империи. Ну пусть там Северная Корея не империя, это больше автократия в чистом виде. Но Россия, Китай и Иран – это империя. Россия там больше сотни национальностей. В Китае та же самая картина сейчас, большие проблемы уйгур. И в Тибете Китай практически геноцидит уйгуры, тибетцев в том числе.
проблема в том же Иране, потому что четыре народа собраны, основные четыре народа. То есть пока они не развалятся, пока они не станут на демократический путь развития, с ними вообще никаких отношений не должно быть, ни экономических, ни политических, никаких. Иначе у нас опять будет, одни будут воевать, а другие торговать. Вот это проблема. Это вопрос, кстати, как раз именно к офису президента. Что это такое? То есть сколько, когда вы уже закончите контакты с нашими врагами? Причем контакты, за которые потом же придется отвечать. И причем отвечать довольно серьезно по статьям 111, по 111 статье Конституции. Это госизмена в чистом виде, потому что, ну, кто еще не знает, что Китай против нас воюет? Офис президента не знает? Ну, давайте мы ему расскажем, как он воюет. Так спросите у военных, они по-быстрому расскажут. Голова чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що прямо зараз в Україні за допомогою нашої влади формується чеченська армія в складі сформованого чеченського Міноборони, метою якої є демонтування Росії. На рівні Європейського Союзу вдалося створити державний комітет із відновлення народів та державності Кавказу, так сказав Закаєв. Роман Григорович, що тепер може розпочатися? Як вважаєте, хто може підтримати бійців Закаєва на території Російської Федерації? Ну, мы об этом с вами, наверное, с полгода, если не год, говорим. А реально это лет 14-го года, лет 10 это все происходит. Я это видел еще в 2014 году. У нас были ичкерийцы, то есть чечены были, республика Ичкерия, там были свои направления. Отряды, батальоны были. И знаком был с руководителями, с некоторыми. И это довольно-таки серьезная сила. Воюют 10 лет против россиян. До этого воевали еще лет 15 против россиян. Там некоторые есть военнослужащие, то есть некоторые бойцы. Потому это очень серьезная сила, чеченцы. Они настроены все-таки свою республику Ичкерия возобновить, стать независимыми однозначно. Это то, с чего начнется, это Северный Кавказ, то, с чего начнется развал Российской империи. Это Ичкерия, рядом ингуши. Ингушетия, вот ребята погибли в борьбе в Ингушетии недавно, несколько дней назад. 6 шахидов ушло в Калаху, погибли и уничтожили 7 ФСБшников. То есть эта война идет на территории России, это еще одно государство. Его, мы признали Ичкерию, мы признали Ингушетию. Сейчас целая программа признания остальных республик, которые чувствуют в себе силы бороться за свою независимость от российского ига, это дальше, то есть Ичкерия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Бурятия, Якутия, Саха и так далее и тому подобное, там больше 10. И там есть вот такие, то, что я всегда говорю, эти силовые структуры, которые формируются у нас в том числе, но они на базах все-таки там, в России, то есть они, у них базы, изначальные базы у них, конечно, в России, в своих национальных кластерах пока. То есть и республиках, там некоторые уже республики организованы прямо в составе так называемой Конституции Российской Федерации. Мы им однозначно будем помогать, мы их будем признавать, мы будем сотрудничать в военной сфере, в дипломатической сфере с этими правительствами в изгнании в том числе. То есть для нас это нормальная практика. И я думаю, к времени, когда будет полностью разгромлена российская армия на нашей территории, уже будут предпосылки к развалу Российской империи на те государства, которые у нас нашли, на наших базах нашли поддержку и формируются, по крайней мере, и в военном отношении, и формируются в политическом, тем более. Тем более, вот когда я говорил, что есть возможность не на Москву двигаться, а на Белгород от Харьков. Причем вот, пожалуйста, допустим, вот армия освобождения Чечни, допустим, в Ичкерии. У них практически у всех российские паспорта. Они легко зайдут на российскую территорию, допустим, в сторону Белгорода, отодвинут с одной стороны линию фронта от Харькова, прикроют Харькова, с другой стороны начнут освобождение
Ичкерии от Белгорода. Почему нет? От Белгорода Ичкерии несколько сотен километров пройдут, если им помочь. А мы однозначно будем помогать, так как они нам 10 лет помогают бороться. 10 лет чеченцы вместе с ингушами, с дагестанцами, с якутами, бурятами, это я точно знаю, потому что в партизанских отрядах, в батальонах были эти люди. Сейчас они организованы в интернациональном нашем легионе, который уже выполняет боевые задачи в составе вооруженных сил Украины. Потому эти все процессы, они идут, запущены, и они будут включаться. Почему сейчас Патрушев, бедненького старика, сдернули с Москвы, погнал на Кавказ принимать решение, а что теперь делать? Создавать, вернее, казус белли а-ля рязанский сахар или нет? Сейчас американцы конкретно предупредили, что в ближайшие 2-3 дня могут быть серьезные провокации российской ФСБ. А это Патрушев. Вот он сидит на Кавказе, как раз решает вопросы после работы ингушей по ФСБшникам на Кавказе. Решает вопросы, как опять ингушей или чеченцев, или еще кого-то сделать виновными. Как они в свое время чеченцев сделали виновными в подрыве нескольких домов. Хотя взрывали ФСБшники. Почему и назвали тогда рязанский сахар, потому что последнюю группу ФСБшную, которая заряжала гексогеном дом в Рязани, поймали жители Рязани и вызвали правоохранительные органы, их покрутили, в мешках находился гексоген, ну, по крайней мере, вещество, которое должно было взрываться, белого цвета, то есть, а потом уже Патрушев на следующий день сказку рассказал, что это сахар был, они типа проверяли рязанских правоохранителей, в общем, да проверяй. После этого, кстати, больше ни один дом не взрывался. Но после этого пошел мем такой, рязанский сахар. Потому, скорее всего, в ближайшее время где-то такой рязанский сахар взорвется либо в метро Москвы, либо, как это было, в Питере, либо еще что-нибудь. То есть, но повесят все на кавказцев. Скорее всего, на кавказцев или на татар. Дело в том, что последнее время в Татарстане тоже поднялась волна уничтожении российского военного имущества, российских военных объектов. То есть попытаются повесить все на мусульманский мир. Они же сильные православные, убивают сотни тысяч человек и крестятся с утра до вечера. То есть вот такие православные, типа Шойгу, они попытаются повесить все на мусульманский мир. Ну, это догадки, по крайней мере. Но эти догадки, как предупреждение, уже подал в Вашингтон. То есть американцы предупредили в ближайшее время быть очень аккуратными и осторожными гражданам России. По крайней мере, нам тоже надо предупредить. У нас в России миллионы украинцев этнических живут, потому будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны. В ближайшие несколько дней не появляйтесь в местах большого скопления народа. І Великобританія також підтвердила це. Романе Григоровичу, президент Володимир Зеленський відправляє генерала Валерія Залужного послом у Великобританію. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що у Валерія Залужного є профільна освіта. У 2020 році він отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини і каже, що це логічний крок. Скажіть, будь ласка, ну, Британія наш серйозний та міцний такий союзник. Валерій Залужний зміцнить нашу позицію ще більше? Ну, то, щоб зрозуміти, як оцінювати таке дійство, давайте пройдемося по самому процесу. Різко неправильне і негативне дійство провели власті, коли прийняли рішення убрати команду Залужного. Команду – це не штука Залужного, це більше десятка генералів із управління, зняти з управління військами. А тут же просіло, ми це бачили, тобто просіло наш фронт, ми потеряли Авдіївку. Це все слідство, ну, по крайній мірі, одна із причин потери – це якраз зняття команди. Коней на переправі не міняють, це одразу мішає. То есть это мешает выполнению боевых задач. Но после того, как это уже произошло, те, кто приняли решение, ну, мягко скажем, сделали точно неправильно, но после того, как это произошло, уже новая реальность, так называемая. Генерал Залужный и весь генералитет остался не у дел. А это высокие профессионалы, это реальные профессиональные, во-первых, воины, а во-вторых, управленцы.
генерал Залужный, генерал Наев, генерал Шаптала, они управляли людскими коллективами, воинскими коллективами больше миллиона человек. Это силы обороны Украины, которые насчитывают больше миллиона человек, и эти люди ими управляли. То есть каждый очень хороший управленец, причем с серьезными, с одним или двумя академическими образованиями. А у генерала Залужного еще и дипломатическое, в том числе и юридическое. То есть там есть моменты, связанные с серьезным профессионализмом уже на внутреннем уровне. То есть, а раз так, их надо однозначно, уже раз попали в такую ситуацию, исходя из неправильных действий, то надо ее выруливать. Я постоянно, если вы помните, чуть ли не в каждом эфире говорил, военнослужащие, если они уходят из армии по разным причинам, их надо использовать в исполнительной власти. И вот сейчас действие, я его всячески поддерживаю, это концептуальное действие, правильное, грамотное, на данном этапе принятое решение, то есть использовать профессиональный опыт военных в построении исполнительной власти. Дело в том, что дипломатия, послы – это структура исполнительной власти, это Министерство иностранных дел, а это Кабмин. То есть вот именно сюда и надо переводить военнослужащих. В Кабмин, в общую систему управления государством, тогда она будет устойчивая. Тогда, допустим, премьер-министр Залужный, допустим, просто навскидку говорю, премьер-министр Залужный, когда еще раз возникнет какая-то боевая ситуация, он может возглавить, стать главнокомандующим, или, допустим, верховный главнокомандующий Залужный. Будут вопросы к его командам в военной сфере? Да не будут, потому что это люди, которые прошли это все, прекрасно понимают, могут выполнять задачи и в исполнительной, и в, ну, в военнослужащей, это тоже исполнительная власть. То есть в той или иной ипостаси. Потому правильное, грамотное действие. А раз генерал Залужный на него согласился, то это значит общее согласие и наших властей, и генерала Залужного. А раз он получил агреман, а без получения агремана, это допуск, то есть это согласие стороны, то есть Великобритании. Раз он получил агреман, значит, это еще и участие британцев в принятии решения. Может, это и была еще и генерация как раз британская. Не исключаю, что вообще это решение сначала было принято в Великобритании, даже в Соединенных Штатах, англосаксы, они между собой соединены. Это было решение англосаксов призвать Залужного в новой ипостаси выполнять задачу поддержания Украины, допустим, там. А дальше она могла быть согласована, то есть это в обратную сторону уже с нашей властью и с Залужным в том числе. Раз Залужный идет, он не отказывается, значит, это все согласованные действия. Можно их только поддержать. Только поддержать. Почему? Потому что генерал Залужный послом Великобритании, еще раз повторюсь, англосаксы. Это Великобритания и Соединенные Штаты одномоментно, можно так сказать. У них связь очень такая близкая, ментальная, военная и так далее и тому подобное. Он очень много сделает на этой должности. Плюс он станет, во-первых, увеличит свое тоже мастерство дипломатическое, то есть поднимет профессиональный уровень дипломата. И потом мы можем его увидеть и верховным главнокомандующим, и премьер-министром, ну и так далее и тому подобное. А сейчас надо не забыть, и важно не забыть, за остальную команду. Там больше десятка генералов, уровня таких же, такого же, как Залужный, такого же уровня, Наев, Шаптала, ну и так далее и тому подобное. А у нас, вы посмотрите, премьер-министр обнять и плакать, министр обороны туда же, до обнять и до плакать, ну и так далее и тому подобное. Вот куда сейчас надо ставить генералов. И тогда будет, во-первых, запущен сам процесс зачистки и обновления исполнительной власти, и мы не потеряем хороших профессионалов. Романе Григоровичу, традиційно пропоную коротко пропісти так три бліц-запитання, підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, відсутність на сьогодні у Чорному морі жодного російського корабля – це результат наших дій на морі? Это результат совместных действий военно-морского флота, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Это результат действий вооруженных сил Украины, это результат действий сил обороны Украины. То есть мы их загнали как прусаков под
под плинтус, как тараканов под плинтус. И вот они сейчас боятся из-под него вылезть. Иногда кого-то там выпускают, какого-то таракана, на посмотреть называется, а хозяин с тапком еще стоит или не стоит. И вот хозяин с тапком этого таракана прибивает, остальные сидят дальше под плинтусом. Вот так, вот до такой степени зашугали наши силы обороны Украины российский Черноморский флот. Росія намагається налаштувати демократичних лідерів один проти одного. Ну, однозначно, це у них одна із основних задач, розділяє власну тисячі лет цьому призиву, тому росіяни будуть пытаться сейчас стукнути лбами всіх, кого тільки можна. Вопрос не завжди це у них виходить, але, тим не менше, гроші виділені серйозно, і некоторі лідери на це ведуться, ми ж прекрасно бачимо, и риторику, и действия, ну, как минимум до десятка лидеров мировых, которые ориентированы на Российскую Федерацию. Сколько Россия сможет воевать с Украиной и с нынешней интенсивностью? Воевать может личным составом до бесконечности. То есть они могут позволить себе по тысяче россиян терять сутки, так как тысяча россиян в тысячи российских городов по одному человеку в город каждый день становится на учет. Потому лично, если считать личный состав, это бесконечно. Если вопрос ставить, допустим, по технике они смогут еще где-то год-полтора воевать на тех запасах, которые у них еще остались, а дальше они выйдут на так называемый работу с колес, как вот они сейчас работают по боеприпасам. То есть только сколько произвели, 5-7 тысяч, вот 5-7 тысяч они могут отстрелять. Вот когда они выйдут, когда мы их зачистим практически все российские склады от техники, они смогут воевать только той техникой, которую могут производить, но если такая интенсивность, как сейчас, эта техника может удержать только километров, ну, 300-400 фронта. Это Донецкий фронт, так называемый. Не более того. Потому как минимум через год-полтора этот фронт где-то так и сократится. Они просто не смогут дальше двигаться. Ну, а реально, если получится нам получить достаточное количество авиации, средств поражения, то пару лет они еще могут потрепыхаться, а потом будут вся российская армия, весь российский оборонпром, ну, примерно как вся Россия, как и вся Россия будут себя вести, как сейчас ведет себя Черноморский морской флот, кучка тараканов, забившаяся под плинтус. Вот примерно так. Романе Григоровичу, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за ваше почуття гумору, дякую за детальний аналіз подій, за те, що ви щоденно приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання і зустрінемось із понеділка у наших ефірах. Романе Григоровичу, чекаю вас. Дякую вам.